Ребята, всем привет, с вами Александр, и продолжаем играть в Sandbox. Записываю полное прохождение, покажу 34 квеста, 32 из которых мне засчитают. Это поместье Дракула, ну, замок Дракулы. В общем-то, я там уложился за полтора часа, выполнил практически все, собрал все монеты, купил даже на эти монеты инвентарь самый крутой, в общем-то. Так что присоединяйтесь, смотрите, у кого вдруг возникли вопросы. Ну, засчитали мне вообще почему-то 31, хотя в конце вы увидите, что 32 написали. А, опять же, это у нас Sandbox, да, крипто-NFT-шная игрулька. Присоединяйтесь, ссылка будет в описании. В конце, если будете выполнять все задания, вам может даже повезти, вам насыпят, если вам дадут альфа-пропуск, то вы заработаете там 500 монеток сенда, либо даже 1000, а это на минуточку может стоить там 1500 или даже 3000 долларов. Так что ссылка в описании. Так, ребята, в общем, давайте, побежали. Появились мы здесь. Первым делом, что нам говорят, что можно пить бутылочки. А это у нас типа точки восстановления и хилка. Не забываем забрать меч, сразу его в инвентарь. Не знаю, монеты попробуем собрать, попробую не собрать. Я, в общем-то, всех их собирал. Просто не вижу особо в этом смысла. Оно дает, да, там лучшую броню, лучшую защиту, но это не важно. Теперь нам тут надо подбежать, вот посмотреть вот сюда, к знаку восклицания. Если нажать Q, то мы увидим наши квесты. Так, оно вообще... А, надо еще Ешку нажимать. Тут, ну, локация глюкавая, как вы все знаете. Двери то открываются, то не открываются. То нажимать, то не нажимай. В общем, так. Ладно. Проваливаемся так. Проваливаемся так. Отлично. Убивать здесь нам всех, конечно же, не нужно, но... многих придется убивать. О, я тут даже проскакал. А, проскакал. Ну ладно. Сильный удар. Ладно. Проскакали и так. Ломимся сюда. Монеток у нас здесь пока нет. Монетки будут на первой локации. Фрезы. Это у меня фрезы. Да, бывает. Мне нужно было комп перезагрузить. У меня тут много всякого барахла. Да давай. Постараюсь лишнее, конечно, повырезать, но, ребята, времени нет, так что если не вырежу, то я не виноват. За 2 часа я пробегал, выполнял 32 квеста. Вообще-то, если очень быстро бежать, то можно и за час это все дело пробежать. Так. Вот мы взяли наш ключик. И теперь вот сюда. Я вначале долго не мог вот найти вот этот проход. Вот эту ерунду нужно разбомбить. Впереди нас ждет, да, открытая локация. Там тоже глюкавые. Я очень долго не мог открыть там некоторые двери. Но что поделаешь. Так, падаем мы вот сюда. Зелечко выпиваем. Открываем рычажок. Я уже так, на автопилоте. Что-то нажимаю. Что-то знаю, что-то не знаю. Ладно, бежим. Так, здесь. Это наш... Save point, потому давайте сразу сохранимся, что если мы умрем, то вернемся здесь. Если мы бьем сильный удар, кстати, противник у нас становится оглушенным, и мы можем нанести ему несколько ударов. Так, я последний раз вот единственную монетку, которую не собрал, она была вот здесь где-то. Ага, вот здесь я забыл забрать монетку. Это единственная монетка, которой мне не хватало. За эти монетки мы сможем потом в дальнейшем... хилка мне надо. Нет, не надо. Купить оружие. Оружие с щитом. Три вещи, короче, сможем купить у торговцев, которые там
находятся черт знает где. Вообще-то убивать их как бы не обязательно, но мне сейчас неизвестно, сколько я тут кругов буду нарезать. Тут закрыто, нам говорят, тут закрыто, нам нужно найти ключи смотрящего какого-то. Так, не помню, просто здесь одна или две монетки было. Да, вот две монетки было. Все, возвращаемся. Идем в хижину смотрящего. Вот здесь еще монетка золотая. У нас по 10 монеток всего лишь. Так. Завалили его. Так. И теперь у нас должна открыться вот эта дверь. Ну, а может она и сразу открывалась? У меня она вообще не хотела открываться очень долго. Так, к сожалению, вот этих вот зомбаков нам нужно поубивать. Они некоторые тупят, некоторые не тупят. Нам пофигу, их все равно нужно убить всех по заданию. Укусил таки меня один гад. Еще два будут наверху. Вот тут монетку тоже не забудьте. Мы можем блокироваться. Тоже зацепил меня гаденыш. Вот монетка. Вот New Object. The Inn — это бар, в котором раздаются задания. Так, вот мы забрали ключ. И все, теперь можем сваливать. Так, эту я выпил, да? Ну ладно, выпил так выпил. Ой, куда я побежал? Нам же вот сюда. Тут рычажок. И мчимся мы вот сюда. Так, вот здесь монетка. Прыгаем, возвращаемся обратно. Зомбятина. Так, теперь прыгаем вот сюда. Не знаю, там есть... Вот это, по-моему, тоже можно развалить, да? А ну-ка, сейчас я проверю. Нет. Ну, кто-то писал просто эту глупость. Я никогда даже не пытался. Так, этих убивать нам не надо. Они, в общем-то, нейтральные, если их возле них не бегать. Они не входят в наше задание, их убивать не нужно. О, Господи, я уже испугался. Я думал, что произошел какой-то глюк. Так, это, блин, лестница там у нас есть? Нифига, лестницы нет. Это я зря упал, да? Наверное, мы сюда не сможем выпрыгнуть отсюда. Ладно, давайте, бегу обратно. Ну, обычно я здесь не падаю, но что поделаешь. Упал так упал. Не знаю, часа за полтора было, если бы успеть, было бы вообще хорошо. Так, попали сюда, нам нужно зачистить оставшихся покойничков. Так, давайте, я никогда не ходил сразу вверх. Так, дверь здесь открылась. Ладно, раз уж я сюда пришел, падаю сюда, вот тут монетка была. Здесь еще монетка. Там вроде бы ничего нет. По-моему, здесь даже никакого квеста нет вот с этим человеком. Он просто убит. Так, здесь мы сейчас увидим, что здесь закрыто. Вот этот... Ой, зомбик, я, блин, его не заметил.
Этот что стоит, идиот? Помог бы, что ли? Так, ну закрыто здесь. Если нам пишут, типа, приходите позже. Там у нас будут задания на оборотня, на ведьму и на троллей. Это глюкавый парень. Так. Вот еще монетка. А вот, кстати, оборотень будет находиться вот здесь. Пока там закрыто, но потом откроется. Это вампир, кстати, если вы не поняли. Все равно прошел по мне удар. Вот говнюк. Но если я помру, то ничего, прибегу сюда. По-моему, скелет даже не входил в число погибших. Так, вот этого сейчас нужно завалить. Так, кстати, случайно, наверное, не убейте вот этого парня, который лежит на полу. Это у нас... А, нет, это... Я думал, это оборотень. Нет, это не оборотень. Его, кстати, покойника тоже можно убить. Если по нему побить, то у него ХП появится. Это я уже выпил. Так, давайте, пока я не забыл. Сделаем вот так. Ох ты ж, ё-моё. Перепаркурил. Да что ты будешь делать? Так, вот, собрал монетку. Отлично. Так. Мы скоро умрем. Надо быть к этому готовым. Так. Эти доски вообще ни на что не влияют. Несмотря на то, что на них значок цели, они вообще никак не нужны. Урон все равно проходит с опозданием. По-дурацки сделано. Так, тут еще у нас есть бутылочка. А, блин, я еще забыл упасть. Вот, еще, ребятки, вам монетку нашу показал. Так, еще монетка. Сюда можно запрыгнуть, я точно знаю, я уже запрыгивал. Так, в общем-то, я запрыгнул туда. Как вы видите, вот сколько у меня сейчас монет. 5, 4, 9 вообще бронзовых. И, кстати, я где-то, наверное, щит провтыкал. Щит уже можно было иметь. Так, с этим разобрались. Сколько еще? Вот так вот. Вы его как бы замораживаете, если успеваете хотя бы накопить пару единиц энергии. Вот, ребята, если вот зайти вот сюда, то вас бросит вниз, и там будут скелеты, которые будут продавать оружие. Ну, если я насобираю там нужное количество монет, мы туда зайдем. Вот. Если он на вас не отреагировал, то как бы... Он не будет заморожен. Если вы в спину ему бьете, то заморозка не сработает. Так. Чёрч. Нам говорят, что нужно идти в чёрч. Так, давайте. Я вот постоянно забывал, как попасть в церковь. Так, 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 так. Вот здесь. Вот этот проход, я постоянно его забываю. Так, вот там чёрч, откроются врата после того, как мы выполним задание. Так, так, все. Нам вниз.
10 штук нужно убить. И здесь, по-моему, две монеты. Куда ты? Ну, они, видите, тупят. Многие из них тупят, но не все. Так, где-то здесь есть у нас монетки. Где-то есть здесь монетки. Так, главное, чтобы их не завтыкать. У него, понятно, удар приходит намного позже, чем проходит анимация. Вот в чем тут весь прикол. Вот монетка. Так, где там еще один делся? По-моему, даже зацепило. Так, ну здесь ничего нет. Так, мы победили и зачистили церковь. Так, ну, не знаю, вроде бы все. Ладно, не буду я сейчас монетки выискивать. Побежали. А то видео может затянуться. Надеюсь, я все правильно здесь сделал. Так, церковь открылась. Вот здесь монетку сразу забираете. Да, и вот это 10-я монета была. Да, 10. Кстати, сразу здесь не забудьте зареспауниться. И вот этот глава с поселения, или как там его, Lord of the Village, вот не забудьте, к нему в конце нужно будет сдать задание. А то там не будет над ним никакого знака восклицания или чего-то подобного. Сейчас он нам кучу заданий насыпет. Все, там темный лес, все дела. Вот открылось кладбище. Точнее... Сейчас мы его сами откроем. С кладбищем тоже геморрой еще тот. Нужно 10 раз бегать туда-сюда, чтобы там что-то открылось. Опять же, убивать их, ну, нужды, в общем-то, нет. Блин, не знаю. Так, я, значит, здесь еще рычаг какой-то не дернул. Здесь закрыто пока что. Так, вот теперь открылось там, где мы только что были. Все через жопу. Кстати, если я сюда спрыгну... Здесь, по-моему, ничего нет. Вот, кстати, вот сюда нам нужно будет попасть. Вот под мостик. Мы сюда еще вернемся. Здесь локация. Так, теперь открыто. Ладно, пробежим этого мимо. Он нам не нужен. Здесь, по-моему, тоже больше ничего нет. По-моему, теперь вот это у нас открылось.
тупые ребята, глючит их постоянно, как видите. Так, открываем этот рычаг, пьем зелье. Падать вниз нам незачем, потому что там ничего нет. Так, и теперь нам осталось открыть вот эти вот ворота. Но чтобы открыть эти ворота, нам нужно вернуться назад. Потому что сейчас открылись вот эти вот ворота. По идее. А, вот это вот открылось. Иди в баню. Вот, открылось вот это дело. А сейчас мы открыли вот-вот то, где мы только что были. Так, вот сюда. Я уже тут кое-как запомнил это все дело. Ладно. Он тоже тупит, он не всегда будет за нами бегать. Давайте я подхиляюсь пока что. Блин, вот эти глюки, да. Типа ты недостаточно близко стоишь. Блин, пробил меня таки. Можно его добить издалека. Я первый раз его вообще вот тупо издалека пробил. Так, мне тут буквально один удар и хана. А ему еще три удара, даже четыре. Все, помер. Так, это мы берем. Вот эта, ребята, фигня называется Holy Rock, святая скала, святой камень. Их нужно три штуки собрать. Это был первый кусочек. Так, ёханый бабай. Этим, блин, один хелс остался. Ну, это, конечно, в принципе, даже, может, и ускорило бы наш процесс. Ну, ладно. Так, вроде я же ничего тут не забыл. Так, что нам... Теперь на болото и темный лес нам нужно. Болото и темный лес, ребята. Так, а там, по-моему, выхода нет никакого другого, да? Да, выхода здесь нет. Блин, я тут вообще-то еле живой, надо подхиляться, а то же меня сейчас там быстренько прикандычат, и я ничего не успею показать. Так, мы сейчас куда идем? Нам надо, да. Нам надо... Зайдем сразу, покажу вам, где у нас что можно купить за монеты. Так, вот. Вот здесь мы оказываемся, и ворота будут открыты те, что у вас есть. Вот, у меня щит. Видите, он плюс 75 к защите дает. Ну, и остальные два это золотая и серебряная монета. И выбраться назад вот так же. А, сейчас давайте зайдем
в эту в лавку ин-н-н. Она сейчас уже, блин, не с той стороны я побежал, ладно. Может, она уже открыта? Да, она уже открыта. И мы теперь можем брать здесь задание. Первое задание даст нам вот этот парень. И это будут тролли. Я не знаю, можно ли взять сразу задание у всех этих персонажей. Они глючные, как не знаю что. Мне кажется, все-таки по очереди как-то их надо брать, потому что вот этот чувак нам задание на оборотня дает. Но, как видите, он нам давать его не хочет. Вот эта барышня дает нам задание про ведьму. Но она тоже давать сейчас ничего не хочет. И вот эти двери будут открываться по очереди, как мы выполнять будем задание. Каждое задание одна дверь. Я вообще там смотрел, кто-то выполнял, так вообще вот этой вот барышни, которая стоит и вот мне мешает, и с ним говорить, ее вообще не было. Тролли это аж в самом конце, это на болоте. А сейчас мы пойдем, вот этот рычаг дернем, это открывает нам в лес. И куда еще? Так. А нормально, что ворота не закрылись? Так, мне вот это настораживает. Фух, а то еще застряну здесь. Так, вот еще какое-то дали нам задание. Ритуал. То есть это нужно к этому покойнику именно подойти. Вот здесь, кстати, будет тоже Holy Rock висеть. Так. Здесь. Давайте сразу зайдем вот сюда. Засейвимся, так сказать. Чтобы не начинать все сначала. Так, этих хавриков убивать, конечно же, не обязательно. Но вот эти же знаки, они глючные. Эти, блин, Виндиго, они же типа лешие какие-то. Где здесь находятся все вот эти знаки, я показывать не буду. Здесь локация не такая большая, они находятся только на вот этих вот металлических деревьях, я их так называю. Они часто глючат, вот ты просто бьешь и их не можешь сбить, но... короче, с этим ничего не поделаешь. Так, давайте пойду сейчас через верх. Так, туда мы пойдем позже. Так, знак я сбил. Ну, то есть этот черт пришел. Так. Ну, вот здесь у нас будет монетка, которую взять может быть проблемно. Внизу у нас сейчас там будет... Придется этого убить, гада. Так, ну завалили меня. Ладно. Так, где этот знак? Я его вообще сбил. Так, вот тут хилка есть. Ага, вот знак. Так, здесь вроде бы ничего нет.
Знак вот здесь у нас находится. Так, это я сбил 7 знаков. Так, вот тут еще один. 8. Так. Вот здесь находится монетка. Вот это домик ведьмы. Но к нему нужно вернуться будет тогда, когда мы возьмем задание. Ой. Так, где-то еще 2 знака. Я их на память не знаю, их найти не тяжело, потому я как бы особо их и не запоминал. Так, вот я вижу последнюю, нашел таки. Ну, один я еще за кадром снял. Все, это мы сделали, теперь нужно валить отсюда. И, по-моему, здесь сейчас появится святой камень. Да, вот после того, как мы, да, вот. Взяли. Так, что нам нужно? Тролли, понятно. Все, идем на самое дебильное задание. Так. Так, 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 куда мне надо? Опять же, сходим сейчас в храм. Может, уже получится взять это задание. Ну, это я так, чисто для проверки. Ладно, наверное, пока троллей мы не забьем, то есть нам не дадут это задание выполнить. Эх, не вовремя. Точнее, ну, не очень удачно. А, не, нормально. Так, нам сюда. Черт. Ну, вот это расстояние. Типа, далеко стоим. Так. Ой, что я сделал? Мне нужно ж поверху скакать. Я пропустил один рубильник только что. Так, где-то здесь будет еще подземный переход. Давайте мы еще вот этот рубильник дернем. Короче, проще вернуться назад. Мне сверху там еще один рубильник нужно сделать. Мне вот туда нужно. Ну, если не ошибаюсь, то все. Все. В такой последовательности. Последовательность, по-моему, не важна, точнее. Все, последний рубильник. А теперь нам нужно вернуться в самое начало.
и прыгнуть уже в левую сторону. Вот сюда. Сохраняемся. И откройся. Ура! Так, локация здесь очень дурацкая. Затопленная. Постоянно что-то идет не так, как надо. Так, вот монетка. Так, а вот тут, ребята, находятся тролли. Блин, слава богу, что я его задеваю. Все, мы выполнили это задание. И думаю, после этого уже мы сможем взять там следующее задание. Так, меня убили. Так, так все нужно было, так по плану. Так, вот это мы только что, по-моему, вот эти врата открыли. Забираем монетку и все. Ай, блин, опять. Я кое-что забыл. Так, по-моему, здесь ничего нет. Зря сюда зашел. Здесь что-то есть. Здесь есть монетка где-то. Сейчас я вспомню. А может и нет, может мне показалось. Так, что у нас по инвентарю? У меня 10 серебряных, мне еще золотых монет нужно насобирать. Ну, сейчас мы выполним здесь задание. И пойдем. Так, для этого нам нужно еще раз сюда запрыгнуть. Я забыл, хотел сразу это сделать, но завтыкал. Вот. Куда нам нужно? Это задание нам нужно убить 5 вот таких вот черепков. Вот. Они появляются вот тут из-под земли. Ну, не из-под земли, из-под воды, вот в разных местах. А, я вспомнил, зачем мне нужно было туда. Так, вот один будет здесь. Да, всплывать? Да, всплывает. Все. Так, вот здесь вот один всплывает. Так, его там внизу, вот не зря я сюда лазил, я помню, что он где-то здесь. И еще где-то один. О, блин. Ну,
Здесь вроде бы нет. А, вот он. Вот он. Сейчас всплывет. И мы отсюда сваливаем. А, не, не сваливаем. Еще нужно завалить водного этого. Из ванпанчмена, блин, человека-рыбу. Так, вот в этой башне. Вот в этой башне. Нам нужно просто упасть. Открыть врата. Ждите, пока персонаж ваш замигает. Ну, в общем, если вас убили, то вы знаете, куда идти. Путь довольно короткий, потому не переживайте. Так и добил меня, блин. Глюкавая анимация это. Повреждение, ну ладно. Как там, водный лорд или как там в Ванпанчмене звали этого чувака? Так, здесь вот смотрите, вот так вот, как я смотрю, вот там золотая монетка. Так, сейчас подождем, пока эта фигня опустится. Я не помню, нужно ли нам вверх или нет, но... Но съездим, что поделаешь. А, да, точно, тут же будет вверху этот еще Holy Rock. Holy Rock, по-моему, да, будет последний кусок. Вот он. Так, главное не упасть. Все. Все мы забрали. Где этот лифт? Все, теперь можно сваливать. Под водой. Так, где тут лестница эта? Так, пошли, сдадим задание. О! Взялось задание. Видите, как, блин, ну... The Witch. Ведьма. Ведьма. Ну, с ведьмой сейчас мы быстро расправимся. Так, тут хоть вообще открылась хоть какая-то комната. Да, одна открылась. Вот, дали нам еще золотую монетку. То есть эти... О, и вторая открылась. А почему она открылась? Она, по идее, не должна была открываться. Очень странно. Я же выполнил только одно задание. Так, ну этот козел даст мне. Тут спамишь эту букву Е. Ну, короче, ладно, хрен с ним. Побежали, знаете куда, сбегаем, выполним задание с ведьмой.
Давайте сразу сделаем спаун здесь, чтобы не бежать очень уж издалека нам. А вот и ведьма. Так, вот, казалось бы, простая женщина, да, все дела, но мы сейчас выпьем это зелье, и нас ошарашит. Вот так вот, короче, мы попали в тюрьму. Это, может, сестра той барышни? Ну, она... Не, атакует она. Ну, очень все просто. Ну и все, в общем-то, выбираемся. Так, идем сдавать задание по поводу ведьмы. О, так это подожди, вот, так это вот она мне дала задание, наверное. Так, давайте проверим еще раз подвал. Не открылась ли последняя дверь? Пока что закрылась, но сейчас мы это быстро выполним. Так, вот здесь вот оборотень наш находится. Типа, вали с моего дома, мы тут находим очередное зелье. Это он меня убил. Не понял. Подожди, option. О, это заглючило, ребята. Впервые. А, нет, все, фу, это же не тот дом. Меня убили и вернули на болото, ёшкин ты кот, блин. Да ну вас в баню, глючит. Все, выполнили, выполнили, выполнили. Так, ну вроде все, да? Должно быть открыто. Да. И это сколько у нас? Да, все. Все монеты мы собрали даже с вами. Идем в церковь. Сейчас как раз забежим еще, возьмем экипу одну. Ну, правда, наверное, зря. Мы все равно там. Здесь мы были. А, вот здесь вот мы не были. Демоническая шляпа, ёпти.
Все время, блин, теряюсь, где вход в эту церковь, блин, сколько я тут уже разбегал, и каждый раз я теряюсь. Но нам придется сейчас еще раз вернуться сюда. Короче, он тут наколдовал, забрейкдэнсил и открыл нам портал для Дракулы. Ну, типа все, да. Вали, друг, в портал. И исчез, короче, он. Так, первая волна готова. Сейчас еще раз придется нам вернуться. Вот мы взяли последнюю недостающую монетку. 10. И как видите, они у нас вроде как в инвентаре и остались. Вот нам говорят о том, что мы собрали все монеты. И мы сейчас можем спокойно вернуться. И купить последнюю вещь. Вот она. И это демонический, плюс 75 нам дает. Кстати, да, на болоте там еще возле той башни лежал щит. Я вам забыл его показать. Ну, там сами найдете. Его, опять же, тяжело взять, там плохо срабатывает вот эта клавиша Е, но... Так, я теперь возвращаемся назад к Дракуле. Ну, у меня вообще ничего не глючит. Я сколько играл, у меня не было такого, чтобы там квест где-то зависал. И вот опять, видите, в портал туда-сюда. Но когда вы выполните задание Дракулы, то с порталом надо быть аккуратным. Нельзя возвращаться назад уже. Так, давайте начнем вот с этого дела. Так, тут, ага. Давай. Ну, здесь, по-моему, вообще ничего интересного нет. Кроме зелья. Вот сколько я тут... Не пытался, я тут ничего не нашел. А вот здесь врата открылись. Но здесь тоже ничего интересного нет. По-моему, совсем ничего интересного. Мне просто смущает вот там вот вход вверх. Вот что там что-то есть. А, ничего там нет, понятно. Это же дом Дракулы, ребята. Здесь всякие тайны есть. Какие-то я из них знаю, какие-то не знаю.
Так, с этим разобрались. Заключенные нам не интересны. У них ничего нет интересного. Вот это вот камера пыток. От этого нам нужно завалить. Так, завалили одного. Ну вот у меня, по-моему, вот это задание засчитывалось. Их нужно убить троих вот таких вот. Копье это не берется. Потому что там у некоторых появляются какие-то предметы, которые нужно забрать. Ну вот, Find and Defeat 3 Dark Knights. Вот три. Вот я убил одного только что, первого. Ну, вроде бы все. У этих ребят тоже ничего не берется. Внизу, по-моему, тут ничего интересного нет. Да. Зомбачатину убивать незачем. Опять же, здесь тоже ничего не интересного нет, кроме вот этих вот бутылок. Здесь много в игре, да, лишнего, короче, ненужного. Так, теперь идем сюда. Так, подвал. Вот, я только что-то взял, но я даже не помню, что это. Ну, видите, я взял крутой какой-то щит, но он дает минус 25 дефенса, потому что я купил более крутой щит. А так был бы, типа, ну, нормальный щит. Там больше ничего интересного нет. Так, теперь нам нужно вниз. Так, это коридор, а это комната. Ну, вроде ничего интересного нет. Найти канализацию, да, там я знаю кто. Я еще сокровищницу, да, тут вроде не нашел. Так, там ничего интересного нет, кроме рыцаря безголового. А, вот он. А, вот это он и был, собственно говоря. Так, а подожди, а чего мне тут не хватает? А, все, все нормально. Эту горгулью нужно уничтожить. Если вы с ней поговорите, она там скажет, что что-то про насилие и ничего не сделает. Блин, я сейчас умру. Я сейчас помру. Так, блин, сразу нужно идти, блин.
Далековато, да? Но не то чтобы очень. Кстати, этих же идиотов убивать-то не обязательно. Нам нужно найти всего лишь одно место, где находится рубильник. Вот. Вот это было это место. Вот здесь у нас бутылочки. Вот этого можно так издалека себе убить. Так, а я действительно, подожди, я сокровищницу еще не открыл. Treasure Room. А, я все, я помню, да. Там нужно в этих... В комнатах. Ну и все. Ждем лифта. Вот, если зайти вот в эти двери, по-моему, я тут кое-что пропустил. Я вот эту комнату пропустил. Дай пройти, блин. Блин, ну это ж надо было так. Этого, блин, придурка, не объехать, не пройти. Так, с этим ничего не надо делать. Так, там еще один. Нужно рубильник там дернуть. Да? Всем хелсоу. Так, все. Дергаем рубильник. Нет, не здесь. А вот здесь. Тайная комната. Валим таким нудным способом. У меня 7 хелсов, неохота мне лишний раз сюда бежать. Ура! Да, я выполнил это задание, кстати, да. Наверное, вот это я его в прошлый раз как-то случайно и пропустил. Вот, и мы нашли еще оружие, которое нам тоже не надо. Она коса. Оружие вроде неплохое, но хуже, чем то, что я купил за монетки. Так, все. Так, теперь у нас уже все есть, мы можем валить, открывать Дракулу. Короче, разбираться с Дракулой пора.
Так, ориентируемся по ковру. Так, вот уже ключик висит. Сейчас мы его заберем. Сейчас меня тут завалят, конечно, потому что здесь, блин, вообще-то нафиг они мне надо. Это за ними бегать. Сейчас я дождусь. Во. Все, я теперь сохранился. Эти двери абсолютно одинаковые, куда ни пойди. Ох, слава богу. Да давай уже. Блин, не хочет эта херня уезжать. Блин, таки придется этих всех убивать. Чудесно, да, открылись книжки. Завали 4 книжки. Я пробовал здесь, вроде тыкал по этим шкафам. Ничего у меня не открылось. Книжки какие-то странные, хоть бы кусались. Вообще ничего не делает. Так, все. Так, мы уже в элеваторе на втором этаже. Так, это у нас Дракула. Сохраняемся. Ну вот мы же вроде на втором этаже или как? Use the elevator, the second floor. Use the elevator to explore the second floor. Не знаю, а может ли тут быть, что там чего-то я не исследовал? Но нет. Ну не знаю. Ай, ты опять эти гаврики.
Туда, по идее, можно спрыгнуть. Это церквушка, по-моему, да, или что у нас тут? Ну вот это мне задание смущает. Вот, типа, the second floor. Почему оно как бы не выполняется? Я вроде бы ж как бы все уже здесь исследовал. На втором этаже. Так, ладно, пофиг, идем к Дракуле. Ничего сложного нет, но придется побегать. Дракула тоже станется. Даже надо было упасть так неудачно. Дракула там заскучал без меня. Но почему не выполняется задание за Second Floor? Мне это не нравится. Готово. Так, дубль номер два. Много Дракул. Они меня вообще почти не дамажат. Ну, ладно, задамажили. Это типа один настоящий, те, что были слабенькие. Что-то не понимаю, что один какой-то живучий тут. Но сейчас у нас будет настоящий Дракула. Сейчас у нас тут провалится пол, мы упадем. С очень большим опозданием это все дело происходит. Ну это такой не Дракула, это какой-то этот Ван Хельсинг, блин, а в смеси с Дракулой. Но все очень просто. Ждите, пока вы замигаете в блоке, а потом валите его. У него 300 жизней, но тут все очень просто. Восемь хелсов. Да, да и да. Ну вот смотрите, reach the throne room and fight the Dracula. Вот типа, почему эти задания, ну по крайней мере сейчас не выполнены?
Use the elevator to explore the second floor. Ну вот это мне сейчас оно не засчитается. 32 из 34. То есть какой лифт не засчитался мне, не пойму. Ну час 20, можно, то есть быстрее все это сделать, все, короче. Вот так, такие дела, короче.